Я здесь не первый раз, был здесь 13 лет назад. И так сложились обстоятельства и желания, что решил еще раз проведать это прекрасное место. Я давно искала санаторий, где можно не только проходить лечение, а чтобы меня и научили делать, что нужно дома. Я уже была в таком центре в Молдавии и думала, неплохо было бы и на Украину съездить. Прочитал все про вас, и зрозумів, що якраз це то, що мені треба. І таким чином я приїхав в Україну і приїхав до вас. Говорять, є рай. Ось це він. Мой друг, он здесь побывал уже 3 раза, был своего рода таким рекламным агентом. И от него я услышал, что есть такое место, которое может помочь в организации питания и нормализации образа жизни. Тот режим, который там, в той жизни, скажем, он нарушен, здесь приходит в норму. Режим питания, режим сна, пробуждения, режим прогулок. Все это в комплексе оказало, на меня оказало положительное влияние. Это очень красиво здесь, свежий воздух, это наполняет вообще и успокаивает как-то, знаете. У меня в последнее время была очень такая напряженная жизнь и психологически, и поэтому мне очень хотелось отдохнуть от всего и сбросить вес. Но это у меня, в принципе, получается. Чему я здесь научилась, это тому, что если ты нормально завтракаешь и правильно обедаешь, то ужин тебе, в принципе, не нужен. Я ни разу здесь не ужинала и, в принципе, вообще даже не чувствую голода. И я думаю, что я буду так дальше продолжать и дома, чтобы достигнуть больше результат. Действительно, вегетарианская пища, я поняла, что это вкусно. Всегда я ела очень много сладкого. Когда я перешла на полноценное питание, я понимала, что я сладкого здесь не хочу. То есть это можно все выровнять. И этому научили меня именно здесь. Ужин в 6 часов, как же так? Это такое не бывает. Обычно ужин в 9 часов. Я ложусь поздно, а в связи с этим и кушаю поздно. Первый день это какая-то борьба идет, во второй день уже привыкаешь, а в третий спокойно переносишь и великолепно себя чувствуешь. За это время, которое я здесь неделю нахожусь, я уже приобрел вес намного меньше. Я уже потерял 4 килограмма. Даже сегодня измерял сахар. Сахар у меня 9,3, а приехал 12,8. Безусловно, лекции очень полезны. И они касаются каждого человека, который их слушает, независимо от того, какая тема. Особо мне понравились лекции по преодолению депрессии и тревожных состояний. Это сейчас насущная проблема во всем мире. То, что мы услышали здесь, это положительное влияние, если мы будем применять это в своей практике для того, чтобы помогать людям с этим состоянием. Хорошо. Давайте дальше пойдем. Я приехал вдвоем с сыном, чтобы побольше побыть вдвоем, пообщаться. Мы здесь находим достаточно времени и пообщаться, и он может побыть сам наедине с природой. При этом я всегда рядом с ним. Ты попадаешь в совсем другую атмосферу. Я бы хотел так сделать, чтобы раз в год приезжать сюда, для того, чтобы получать заряд энергии, бодрости, позитивного настроения. Мне сподобалось все. Мені сподобався підхід, мені сподобалось лікування, мені сподобалось навантаження. Дуже гарна вага, при бажанні скидується, відновлюються функції. Попередні мої захворювання дуже серйозні. Я переніс операцію видалення сегменту легені, аденокарцинома, рак, метастази. Але я не з цим сюди приїхав. Я не приїхав лікувати онкозахворювання. От я приїхав навчитися здоровому способу життя. Чим більше сюди людей приїде, тим здоровіша буде Україна.